Сумма двух чисел 1106. Сумма двух чисел 1106. Одно из них больше другого на 22. Можно наши неизвестные отмечать как буквами, что мы с вами делали, так и показывать отрезочками. Есть некоторая величина, и мы ее показываем. Одна больше другой на 22. В сумме 1106. Первое действие. Да, пожалуйста. 1106 минус 22. Что мы этим узнаем? Сколько на одной строчке? Если мы вычтем 22, то мы узнаем, что нам нужно разделить. 1106 минус 22. Да, пожалуйста. 1084. Да, и теперь это число поделим на 2. И получается 542. Ты абсолютно прав. 542. Одно число, а другое плюс 22. На 22 больше. На 22 больше. Записали. Нам нужно найти эти числа. Значит, оба числа выписываем в ответ. Оба числа выписываем в ответ.